Зарастали стежки дорожки, где проходили милого ножки. Семёнинская копь. Сколько здесь берила было добыто. Да. Потом Гурков работал. История умалчивает. Куда он сгинул? Около 30, что ли, 25 метров эта шахта. Тут двигатель стоял, клеть опускалась, поднималась. Ну, в общем, история эта. Вот сюда идет и идет. Хорошо, значит, брали тут. Че это так изъедено? Вымыть надо. О, какая красота! Смотрите, слюдка как. Ой, мне нравится. Возьмем. Так, а это что там? Кристаллы вроде торчат. Тоже. Вау! Ну вот. За это следовало. Смотрите, какая красота. Ой, красотень какая. Вот так вот, деды, чуем этот кварц, от которого у меня слюни даже бегут. Им берил нужен, берил подавай, аквамарин. Хороший шматок. Друза хрусталя. Ладно, пойдем дальше. Ну вы поняли, да? Как отвал работать, вот если из болота. Вот видите, вот он.
Вот он внизу, сверху, наверное, тут уже его распетушили. А здесь, пожалуйста, вот еще какой-то, ну, это осколок.